приветствовать всех сидящих здесь в зале с нашим 13-м турниром «Бельгийский дам». Thank you.
Есть. Я в дороге. На палатку поставь. Поставь на палатку. Это не эфир, это просто запись. Можно материть. Да, я вырежу. Я потом запикаю, как. Чуть, не, вчера как бы. Но они уехали, наверное, уже. А, уехали? Да. Как это часто? Не, ну если он будет у вас сейчас где-то килограмма полтора, то сильно не похудеет. А это проблема. Да, это похоже уже на... Сюда пойди. Я сижу на затене стоял. На самом деле уже заели. Назад. Да-да, иди. А то, чтобы отпустили, он пошел. Да, он пошел. Так, мне это тяжело будет запикать. Глаза ему выколоть. А вот так. Где кастрюля? Где? Проверять будете? А? Да. Они на камне лежат. Но потом отдельно... А, ну да, вот. Ну, может, прямо с мешком. Еще где-то 36 грамм. Не, мокрый больше. Да. Да. Это те мужики с трактором, блин. Пришли и... Зато на следующий год какой там сектор будет красивый. Так не только там. В принципе, если вода отойдет... Сектор будет вот там, слева, где-то. Ну, считай 500 грамм мешок. Нормально. Ну, где-то полтора килограмма, да, 600. Когда они взвешивать придут, будет кило 300. Я не чувствую. Почему это белое вино пришло с Thank you.
Можешь поиграться с ним здесь как-то так, туда-сюда помотать его. Сядь с ним так. Сядь. Я прошел. Я пару раз у нас холодильник, не микроволновка там. На работе разогревать. Судейская бригада на взвешивании. זה לא שידור, זה הקלטה, אבל בכל מקרה. איזה סקטור? סקטור 12. אתמול תפסנו 1 קילו ו-15 גרם. אני לא יודע אם הוא עכשיו בחור. באמת. תפסנו אותו בדיוק בשעה 7. 7 בערב. כן, 7 בערב. Сам Салем тирает наши эмоции на то. Дай ему пофотографировать тебя, когда ты отпускаешь. Ты на него смотрите иногда. Улыбайтесь, морды. Морды улыбаются раз. Покажи его хорошо, покажи его. Покажи его нормально сюда и воду опусти на половинку. Ассаляму, ямма! На меня посмотри, повернись, да? Поймали рыбу и пустили. Поэтому так вот. Давай, Ваня, пойдем.
Участников соревнований с успешным окончанием турнира «Галилейский кап». Первый приз за самую большую рыбу турнира, за который боролись, за эти турниры боролось несколько команд, и борьба была нешуточная, как бы менялись команды достаточно быстро. Последний официально зафиксированный вес самой крупной рыбы – это 8 килограмм 300 грамм. הדג הכי גדול, המלחמה על הדג הזה הייתה כל הזמן, כל הקבוצות נלחמו, ובעצם הדג האחרון שנשקל והיה הכי גדול, זה דג של 8 קילו 300 גרם, וזה קבוצה ניקה בייטס טים. Аплодисменты! בזון A, מי שזכה במקום ראשון בזון, זה קבוצת ביג קארפ. Да, те, кто, может быть, не обратил внимания, что первые три места – это зона А. Я надеюсь, наш украинский гость обратил внимание? Конечно, очень. Где вы флаг нашли? Флаг нашли, где вы флаг нашли? Обижаете. Сейчас мы переходим к первому месту в зоне Б. И это у нас команда Пумпу. Этап Пумпу Тим. На Кобышон зал Б. Блинчики. Так, מקום ראשון בזון B, זון C, קארפ לייף. Так что не только трофейный, я понял. Может, и так. Спасибо всем, это наше первое вообще. Ну, спасибо. Нагьете? Ну, переходим к первой тройке. Анахну Гемле Шлюша Решуним. А Макома Шлюши, третье место. А мы его пропускаем. Анахну Оквим это Макома Шлюши, Киулопо. Уводлойте. יהיה לא לפי הסדר בסופו של דבר. אז המקום השני, הכללי, עם משקל כולל של 119 קילו 150 גרם, 72 דגים, הקבוצת ווילד קארפ. Одни из старейших команд, по большому счету. Вот тот ватикот.
Не забываем про призы. Красавцы. Хочу сказать большое спасибо судейской бригаде. Здесь вот по килограмму рыбы, это много. Поверьте, судьи готовы взвесить в два раза больше. Амакома решен, ашана, им мешкал колел 147 кило 750 грамм. Первое место с общим весом 147 килограмм 750 грамм и 95 карпов заняла команда Бинго. Усад Бинго, Амакома решен. Мало! Тяжело работали, получили по заслугам. Красиво. Майя, что решили с первого места? Что решили с призом от Степчина? Я не даю. Так, что делать? Папайя! לא לברוך לאף אחד, כי אנחנו רוצים לעבוד עוד תמונה בסופו של דבר, של כולם. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לקיבוץ עין גב על האירוח שאנחנו מקבלים, וזה שהם אפשרו לנו היום ללון פה, בעולם הזה, ולא בשלולית שם בדוגית. ובעצם זה חסך לנו המון המון כוח וזמן. תודה רבה לחבר'ה, הם לא פה, אבל תודה רבה להם. אני חושב שהם יראו את זה אולי בהקלטה. וגם לחבר'ה בחופים שעזרו לנו, בחופים איפה שהיה צורך לפתוח את השערים, באמנון, בדוגית. בקיצור, תמיד קיבלנו יחס. מצוין, מעובדי החוף, תודה רבה להם, לכולם. השופטים עולים על הבמה. כן, הבחירה לשופטים היא מאוד קשה, צריך למדוד למי יש קרס יותר גדולה. רק לפי זה הוא מקבל. מאי. А как медалька-то, а? А себе? А себе? Давай ее! Thank you.